COVID-19 еще не отступил. Сейчас важно соблюдать безопасность, особенно в общественных местах. Лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Артур Каримов и Надежда Смирнова посетили крупный сетевой гипермаркет и рассказали о важности вакцинации его сотрудникам. Надежда Смирнова – главная медсестра поликлиник номер 2 и номер 4. Помогла вылечить немало людей от коронавирусной инфекции, поэтому хорошо знает, как важно обезопасить себя и свое окружение от болезни. Люди нас поняли, обещали прийти к нам. Мы пропагандируем спутник ВИ. К сожалению, есть такая статистика, что люди, которые переболели первый раз и заболевают, не сделав прививку второй раз. В Химках уже привились 25 тысяч человек, включая главу округа. Однако, по словам Артура Каримова, население все равно необходимо постоянно информировать о необходимости вакцинации. В неделю минимум 3 раза мы приезжаем, объясняем сотрудникам. Рядом с сотрудником всегда стоят наши жители, с удовольствием слушают, задают вопросы, где у нас эти пункты. Сейчас в Химках открыто 10 точек вакцинации, включая ТРЦ «Мега» и поликлиники города. Перед прививкой обязательный осмотр терапевта, чтобы выявить возможные противопоказания.